Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам притчу про атеиста. Жил-был некий юноша, это не важно, когда он жил, где он жил, и решил этот юноша, что станет он атеистом. И вот он услышал однажды, что где-то в какой-то далекой стране живет великий атеист. И он решил этого атеиста найти. Долго он скитался, бродил, всех людей расспрашивал. И, наконец, несколько лет спустя он добрел до хижины, в которой и жил этот самый известный атеист. Он постучался, дверь ему открыл старик. И юноша сказал: «Это же вы, великий атеист?» Старик ответил: «Да, это я. А можно я тоже буду атеистом? Я хочу быть вашим учеником». Сказал старик: «К чему же я могу тебя научить? Я же не ученый, не ремесленник, не музыкант». Юноша сказал: «Но атеизму? Вот вы же атеист, я тоже хочу быть атеистом. Вот буду вас слушать, и вы меня научите». Тогда старик его спросил: «А ты читал Библию или Коран, или, может быть, апокрифы?» Юноша сказал: «Нет, я не читал». «Может быть, ты беседовал со священниками или со жрецами, может, с имамами?» «Да нет, конечно, не беседовал». «Может быть, ты в паломничество ходил?» «Да нет, конечно, не ходил, я же не верю во все это», — ответил юноша. «Может быть, ты жил при ските с отшельниками? Может быть, ты слушал их и наблюдал за ними?» «Нет, нет», — сказал юноша, — «нет, я же атеист». «Ну, тогда ты не атеист», — сказал ему старик, — «ты невежда».